почта. Вот их центральная. И полным ходом идет строительство порта Google. Наша дорога будет пролегать по красивейшим местам порта Будва, далее Бечичи. Splendid, самый большой отель, где останавливалась Мадонна во время своего тура по Черногории. На поляне Яс набрала 70 тысяч зрителей и улетала оттуда на вертолете, потому что выбраться на машине было нереально. Вот такие вот дома бывает строят практически на дороге. Но они компактные и четко вписываются в архитектуру побережья. Step on the street.
что пешком очень некомфортно проходить маленькие обочины. Мелочат. А, заходит там в этот. Национальный парк Святого Стефана. Здесь множество растений, насекомых, черепах. Говорят, даже есть места, где водятся еще олени, ну, соответственно, в заказнике. И в том числе резиденция президента Черногории тоже здесь находится. Стараемся показать сейчас ее. Вот охрана. Он специально открывает шлагбаум, чтобы машины заехали и разъехались. Автобуса. Вот ваш локдаун. Специально. Вот культура поведения на дороге. Резиденция президента открыла шлагбаум, чтобы разъехать автобус.
спускаемся к пляжу Святого Стефана. С правой стороны можно позагорать за 100 евро. С лежаком. А с левой можно бесплатно, а можно за 20 евро. Машины представительского класса привозят VIP-персоны на Стефан. Вот двадцатка. Вот и Святой Стефан во всей своей красе. Это Ривьера Стефан. Сегодня субботний день, народу достаточно. Но тучи цепляются за гору. Там вот справа видим русскую деревню. И слева монастырь 17 века. А вот с солнцем после обеда будут проблемки, наверное. Но они нас не пугают. We'll be right back.
Чего там? Ну, он мост с краю, вон, с краю. Куда, мужской? Нано! Святой Стефан во всей своей красе и платным пляжем за 100 евриков всего на все. Скажи два слова, где ты находишься? Святой Стефан. Наше любимое место. Купание. И купание, и отдыха. Все по-взрослому. Да, красота неимоверная. Экстрим. Экстрим. А где же сам Стефан? Ну вот. Тучи разогнали, мы убежали со Стефаном, понимая, что если идет со стороны подгорится тучка, то будет дождь. Если с Италии, с бара, то может пронести. Вовремя мы сбежали. Что значит опытные уже. Это панорама уже. И все. Даже виден автобус, который останавливается. На Стефан везет люди. Отсюда мы отъезжали сегодня. Вон тучи зацепились. И капает дождичок. Дорога назад лежит через туннель. Интересная картина. Тучи зацепились за горы и накрыли мелким дождичком. Загнали на них пляж. А это дорога на север.
придорожный едовой ресторан Эль-Хея. Сеттер машина. Ну и вот какой вид открывается из ресторанчика.